Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла Ашхаду ан ла илаха илляллах. Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах. Хайя аля Малики
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج بھی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نشانات کے بارے میں اقتباسات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Хазур говорит: «Сегодня я также представлю вашему вниманию несколько цитат о знамениях Хазрата обетованного Мессии мир ему и несколько событий, о которых он рассказал и о которых рассказали некоторые другие люди». میری تائید میں اس نے وہ نشان ظاہر فرمائے ہیں کہ آج کی تاریخ سے جو 16 جولائی 1906 ہے اگر میں ان کو فردن فردن شمار کروں. حضرت ابیتوانی مسیح میر ہمو изрекает: до сегодняшнего дня 16 июля 1906 года Всевышний Бог явил в мою поддержку столько знамений, что если я начну считать их, то, клянусь Всевышним Богом, их будет более 300 тысяч. А если вы не верите моей клятве, то я могу доказать это. Некоторые знамения есть такого рода, когда Всевышний Бог в соответствии со своим обещанием каждый раз в нужном месте и в нужное время защищал меня от зла врагов, а некоторые такого рода, когда Он удовлетворял мои нужды и потребности каждый раз в нужное время и в нужном месте. А некоторые знамения были такого рода, которых, согласно своему обещанию, Инни Мухинун Манарада и Ханатака, воистину, я унижающий того, кто желает твоего унижения. Он унизил и опозорил нападающих на меня. А некоторые знамения такого рода, в которых он, согласно своим предсказаниям, даровал мне победу против выдвигающих против меня ложное обвинение. Хазур говорит: и даже в наше время мы видим, что Всевышний Аллах в Африке и в других местах, согласно своему обещанию «Инни Мухинун Ман Арада и Ханатака», воистину, я, унижающий того, кто желает твоего унижения, унижает врагов Ахмадията. Если эти люди утверждают, что это ложь, и они не бывают наказаны, то они всегда должны помнить слова Всевышнего Аллаха, и я даю им отсрочку, воистину, замысел мой прочен, то они тоже будут наказаны, если они не прекратят это делать. Далее, обетованный Мессия мир ему говорит: а некоторые знамения такого рода, которые проявились с моим приходом, потому что, начиная с того времени, как возник мир, не было ни одного такого лжеца, которому был бы дан такой продолжительный срок жизни после его притязания на пророчество. А некоторые знамения проявляются в соответствии с положением, существующим в настоящее время, то есть в соответствии с тем, существует ли потребность в имаме в настоящее время. А некоторые знамения такого рода, которые проявились в качестве принятия моих молитв за моих друзей. А некоторые знамения такого рода, в которых мои молитвы оказали свое действие на моих врагов, совершающих злодеяния. А некоторые знамения были такого рода, когда благодаря моим молитвам были исцелены смертельно больные люди, и об их исцелении мне было заранее сообщено Богом. А некоторые знамения являются такого рода, в которых Бог явил земные или небесные явления ради меня и для подтверждения моей истинности. А некоторые знамения такого рода, в которых некоторые большие и выдающиеся люди из числа известных как святые, видящие пророческие сны, подтвердили мою истинность и видели во сне святого пророка мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним. Например, один потомственный святой, обладатель титула «Несущий духовное знамя Синда», имеющий около 100 тысяч последователей, а также Хваджа Гулам Фарид Сахиб из Чачра. А некоторые знамения такого рода,
что тысячи людей дали мне обет верности только из-за того, что им было сообщено во сне, что я правдив. А некоторые дали обет верности из-за того, что они видели во сне святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и он сказал им, что мир приближается к своему концу, и последним наместником Бога на земле является обетованный Мессия, мир ему. А некоторые знамения такого рода, что некоторые известные святые люди, еще до моего рождения или до того, как я достиг зрелости, назвав мое имя, возвестили о том, что я буду обетованным Мессией. Например, Ниматулла Вали и меня Гулабшах, живущие в Джамальпуре, округа Лудхиана. Затем, в другом месте, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Но перед этим я хочу сообщить о том, что этот случай связан с Сахибзада Сираджуль Хак Сахибом Номани, брат которого был потомственным святым, написавшим своему брату мусульману Махмади письмо о том, что он может раскрыть могилы, и спросил: «Разве Мирза Сахиб тоже может делать это?» Хазур поясняет: раскрыть могилу означает узнать обстоятельства загробной жизни умерших или устроить с ними встречу. Тогда Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал об этом: дело раскрытия могилы является безобразным делом. Тому человеку, который общается с Богом, и ему не спосылается все новые и новые откровения, и существует не тысяча, а сотни тысяч доказательств этого, есть ли нужда общаться с мертвыми и искать мертвых? И что является доказательством того, что он общался с таким-то и таким-то мертвым? А у нас есть сотни тысяч доказательств, и каждая приходящая почтовая карточка, и каждый приходящий на встречу со мной человек, и каждая приходящая рупия является сильным знамением Бога. Потому что Всевышний Бог задолго до этого сообщил мне: «Ятуна минкулли фаджин амикин». Они приходят из всякого глубокого ущелья, и он придет к тебе из всякого глубокого ущелья. И он сказал это еще в то время, когда никто меня не знал. И с какой силой исполняется теперь это предсказание? Разве есть еще пример, подобный этому? Короче говоря, какая потребность нам, оставляя живого Бога, начать искать мертвых? Затем он говорит: «Посмотрите, я изрекаю истину. Не оставляйте знамения Всевышнего Бога и не считайте их чем-то незначительным, потому что это является признаком лишения Божьей милости, и Всевышнему Богу это не нравится. Только вчера, в соответствии с великим знамением Всевышнего Бога, Лехрам был убит, и миллионы людей являются свидетелями исполнения этого предсказания. Сам Лехрам сделал известным это предсказание, куда бы он ни шел, он рассказывал его. И он сам требовал этого знамения подтверждения истинности ислама. И он сделал его критерием определения истинной и ложной религии. И в конце концов, он сам, посредством своей смерти, оказался свидетельством истинности ислама и моей правдивости. Отвергать такое знамение и не обращать на него внимания является большой несправедливостью и злом. Более того, отвергающий такое ясное знамение становится похожим на лехрама. Мне очень жаль, что в то время, когда Всевышний Аллах явил знамения относительно каждого народа, и мне были дарованы всякого рода знамения, проявляющие его могущество, и знамения, проявляющие его красоту, люди бросают их, как ненужный бумажный хлам. Это является очень большим несчастьем и приводит к тому, что человек становится тем, на кого обрушивается гнев Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах не заботится о том, кто не заботится о знамениях Всевышнего Аллаха. Знамения, явленные от Всевышнего Бога, бывают такого рода, что их узнает каждый умный, богобоязненный человек, и он получает от них пользу. А тот, кто не обладает проницательностью и не размышляет над ними, помня о страхе пред Аллахом, тот остается лишенным этой пользы, потому что он хочет, чтобы этот мир не оставался таким, какой он есть, и чтобы вера не содержала в себе того, что она содержит. Но Всевышний Бог никогда такого не делает. А если бы такое совершилось, тогда какая была нужда у иудеев отрицать Хазрата Мессию? И тогда почему был отвергнут Муса, мир ему? И затем, почему святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, пришлось претерпеть больше всех страданий и мучений?
Обычаем Всевышнего Бога не является показывать такие знамения, из-за которых не сохранялась бы вера в сокровенное. Невежественный, дикий, не знающий обычая Аллах человек называет чудом и знамением такую вещь, которая выходит за пределы веры в сокровенное, но Всевышний Бог такого не делает. Всевышний Аллах дал нашей общине немало. Нет ни одного человека, которому было бы стыдно перед кем-то. Из всех людей, которые вошли в эту общину, нет ни одного, который мог бы утверждать, что он не видел никакого знамения. Хазур поясняет, это означает, что те люди, которые дают обет верности, и в наше время, и в то время, делали это, увидев знамение, поэтому те люди, которые являются мусульманами Ахмади по рождению, должны прочитать историю жизни своих предков, также они должны читать книги Хазрата Обетованного Мессии мир ему и должны уделять особое внимание тому, чтобы приблизиться ко Всевышнему Аллаху. Затем он изрекает, «Прочитайте Барахини Ахмадия и размышляйте над ней. Все новое, что происходит, уже содержится в ней и относительно друзей, и относительно врагов. Разве в силах человека, которому не может быть известно, будет ли он жить так долго, сообщать такие великие вести за 30 лет до того, когда еще не было и намека на общину и ее название, из которых исполнилось не одно и не два, а все? Книга Барахини Ахмадия хранится в домах и у мусульман Ахмади, и у христиан, и у индуистов, и более того, она есть в правительстве. Если в вас есть страх Божий и желание искать истину, то я говорю вам, примите решение, увидев знамение Барахини Ахмадия. В то время, когда никто еще меня не знал, никто сюда не приходил, ни один человек не был со мной, мне была сообщена весть об этой общине, которая сейчас находится здесь. Если бы это предсказание было измышлением и предположением, тогда почему здесь сегодня такая большая община? И о том человеке, которого никто не знал за пределами Кадьяна, Барахини Ахмадия было сказано «Фахана Антуана Фатурафа Бейнаннаси». То есть наступило время, чтобы тебе была оказана помощь, и ты стал известен людям. Далее он изрекает, в чем причина того, что сегодня его знают не только в Индии, но более того, его знают в Аравии, Сирии, Египте и даже в Европе и в Америке. Хазур добавляет, более того, его знают даже в Африке. Несколько дней назад по МТИ в течение 3 дней прошла программа из Кадьяна для арабского мира, и эта программа произвела большое смятение в арабском мире. Далее он изрекает, если бы это не было словом Бога и было планом одного измышляющего ложь против решения Бога, тогда почему Бог оказал ему помощь? Почему Он создал для него такие средства и способы? Разве все это я сделал сам? Если Всевышний Аллах оказывает поддержку измышляющему ложь таким образом, то каков критерий правдивости правдивых людей? Вы сами даете ответ на этот вопрос. Разве в моих силах было сделать затмение луны и солнца в месяц Рамазан после моего притязания? Святой Пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, называет его знамением истинного Махди, и Всевышний Бог исполнил его во время моего притязания. Если бы я был не от него, то неужели Всевышний Бог сам ввел в заблуждение мир? На следующее надо отвечать после размышлений. Какие последствия имеет отрицание меня? Это приводит к отрицанию святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и затем становится неизбежным отрицанием Всевышнего Бога. Знамений настолько много, что их количество не 2 или 4. Более того, их количество достигает нескольких тысяч и даже сотен тысяч. Сколько из них вы отвергнете? В той же самой Барахини Ахмадия написано «Ятуна минкулли фаждина микин». Они придут из всякого глубокого ущелья. Теперь вы сами пришли сюда, и этим вы исполнили одно знамение. Отрицаете ли вы тоже, если вы можете стереть это знамение, которое вы исполнили своим приходом, то сотрите его. Я еще раз говорю, что отвержение знамений Аллаха не несет в себе ничего хорошего. Из-за этого воспламеняется гнев Всевышнего Бога. Я уже высказал то, что было у меня в сердце. И теперь, верить или не верить, является вашим выбором. Всевышний Аллах прекрасно знает, что я правдив, и я от Него. То, что Он сказал в последней цитате,
ты пришел сам и этим исполнил одно знамение. Он сказал одному новообращенному мусульманину Ахмади, который принял ислам, но, приехав к обетованному Мессии мир, ему попросил, чтобы он показал ему знамение. И в ответ Хазрат обетованный Мессии мир ему разъяснил ему и сказал: «Ты просишь у меня знамение, но сам твой приход тоже является одним из знамений». И в наше время, по милости Всевышнего Аллаха, мы видим, что такие знамения происходят в каждой стране. Затем, рассказывая о знамениях исцеления, Хазрат обетованный Мессии мир ему изрекает: «Абдур-Рахим хан, сын сардара Наваба Мухаммада Али хана, главы поселения Малер-Котла, очень сильно заболел». Хазур поясняет: «У него была высокая температура, и не было видно никакого пути к его выздоровлению, и его считали уже умершим. В такое время я помолился за него, и мне стало известно, что это подобно неотменяемому предопределению, и тогда я попросил Всевышнего: «О мой Бог, я ходатайствую за него». В ответ Всевышний Бог сказал: «Кто он? Тот, который заступится перед ним, иначе как соизволение его». Я промолчал, и после этого, безо всякого перерыва, было следующее откровение: «Воистину, ты являешься тем, кому дозволяется». И тогда я с большим смирением и рыданиями начал молиться, и Всевышний Бог услышал мои молитвы. И этот юноша словно вышел из могилы, и у него начали появляться признаки выздоровления. Он настолько ослабел, что вернулся к своему прежнему виду только по прошествии долгого времени. Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «У моего сына Башира Ахмада так сильно заболели глаза, что никакое лекарство не могло помочь ему, и существовала опасность, что он потеряет зрение. Когда болезнь достигла своего пика, тогда я помолился, и мне было следующее откровение: «Баракка тифли Башир», что означает: «Мой сын Башир начал видеть». И в тот же самый день или на следующий день он был исцелен. Об этом событии также знают около 100 человек. Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему, рассказывая о знамениях уничтожения врагов, изрекает: 71-е знамение, записанное мной на 62-й странице книги «Секрет халифата», является следующим. Я молился о том, чтобы мои противники, то есть такие противники, в судьбе которых нет наставления, заболели чумой. И через много лет после этой мольбы в этой стране распространилась чума, и некоторые очень сильные враги покинули этот мир. И эта мольба была следующей: «Вахус Рабби ман ада силаха ва муфсидан ван назель алейхи риджза хаккан ва даммири», что означает: «О мой Бог, накажи того человека, который является врагом праведного человека и праведного дела, и накажи его карой чумы и уничтожь его». «Вафаррич куруби я карими валажнини ва мазик хасими я илляхи вафир», что означает: «О мой благородный, избавь меня от моих волнений и спаси меня от печали, разбей на куски моего врага и сделай его прахом». И затем было следующее предсказание в книге «Ахмадийское чудо»: «Изама газабна газаб Аллаху, сайлан Аллах мутаддин юзива бисуи ядхару», что означает: «Когда мы разгневаемся, то Бог тоже гневается на того человека, который приступает пределы и совершает очевидные пороки». «Ваяти заманун касирун кулла залемин вахал яхкликан алиома иллан мудаммиру», что означает: «И наступит такое время, которое сломает каждого нечестивого, и никто не будет уничтожен сегодня, кроме тех, которые уничтожены своими пороками». «Ваинни лашарун наси инлам якун лахум джазау иханатихим сигарун юсагиру», что означает: «Воистину, я буду наихудшим из людей, если их воздаяние за их позор не будет позором». «Казаллаху аннатаана битани байнана фазалика таунун атахум яябсуру», то есть Аллах принял решение, что за порицание будет порицание, так что эта чума постигнет их, чтобы они уразумели. «Валама тагаль фискаль мубиду бисейлихи таманнаятулау каналь вабаул мутаббиру», что означает: «Когда уничтожающая порочность приступила все пределы, то я пожелал: о, если бы пришла уничтожающая чума». И после этого было следующее откровение: «Эбаси ханая душманке ту веран карди,
То есть ты сделал дома многих врагов безлюдными. И это было опубликовано в газете «Аль-Хакам» и «Аль-Бадр». И затем вышеупомянутые мольбы после перенесения сильных страданий от врагов были приняты Его Святейшеством Богом. И в соответствии с предсказаниями на них была обрушена кара чумы, подобная огню. И многие тысячи врагов, которые отвергали меня и называли меня скверными словами, были уничтожены. Здесь, в качестве примера, мы расскажем о некоторых очень сильных врагах. Прежде всего, следует рассказать о молве Расуль Баба, жителя Амритсара, который написал книгу в качестве опровержения меня, и он использовал для этого очень злые слова. И любя эту недолгую жизнь, он лгал, и в конце концов, в соответствии с обещанием Всевышнего Бога, он умер от чумы. Затем, после этого, человек по имени Мухаммад Бахш, который был заместителем инспектора полиции из Баталы, тоже проявлял вражду и хотел причинить мучения, и он тоже был уничтожен чумой. После этого еще один человек по имени Чарагдин из Джаму притязал на статус посланника, и он назвал меня Даджалем. И он утверждал, что Хазрат Иса во сне дал ему посох, чтобы он этим посохом уничтожил этого Даджаля. И он тоже, согласно моему пророчеству, которое было специально опубликовано еще при его жизни в брошюре под названием «Нафиуль Баля Вамиару Ахлели Стефа», умер вместе со своими двумя сыновьями от чумы 4 апреля 1906 года. Где был тот посох Исы, которым он хотел убить меня? И куда исчезло его откровение «Инни ламиналь мурсалин», которое означает «воистину, я несомненный из посланников». Очень жаль, что большинство людей, прежде очищения души, начинают объявлять свои мысли откровением. Хазур поясняет, то есть прежде, чем очистить свою душу, они начинают считать себя получившими очищение, и страсти своей души они начинают считать откровением. Далее, обетованный Мессия мир ему изрекает, поэтому, в конце концов, они умирают в унижении и с позором. Кроме них, было еще несколько людей, которые приступили к пределы унижения и оскорблений и не боялись гнева Всевышнего Бога, и днем и ночью они занимались издевательствами, насмешками и ругательствами, и в конце концов они стали добычей чумы. Так, например, Мунши Махбуб Алам Сахиб Ахмади из Лахора написал: «У меня был дядя по имени Нур Ахмад, житель Баричата округа Хафизабад. В один из дней он сказал: почему Мирза Сахиб не показывает какого-то знамения для подтверждения своего притязания на статус Мессии? Я ответил ему, что одним из знамений является знамение чумы, которая пришла после его пророчества и поглотила большое количество людей. На это он сказал: чума нас не коснется. Более того, чума пришла для того, чтобы уничтожить Мирзу Сахиба. И чума не окажет на нас никакого влияния, она повлияет только на Мирзу Сахиба. И на этом разговор с ним закончился. Когда я поехал в Лахор, то через неделю до меня дошла весть, что дядя Нур Ахмад умер от чумы. И многие люди из его деревни были свидетелями этого разговора, и это является таким событием, которое не может быть скрыто. Мия Мираджуддин из Лахора написал, что Малви Зайнул Абидин, который получил религиозное образование, издал экзамены на получение диплома Малви Фазл и Мунши Фазл и был из родственников Малви Гулам Расула Искала и очень уважаемым преподавателем Анджуман Хамайти Ислам в Лахоре, совершил Мубахалу, молитвенное состязание с Малви Мухаммадом Али из Сиалкота, о правдивости Хазура, то есть обетованного Мессии мир ему, в одном из магазинов в Кашмире Базара. А затем, через несколько дней, он умер от чумы. И не только он, но умерли также его жена и его зять, который был бухгалтером. После Мубахалы 17 человек из его семьи умерли от чумы. Очень удивительно. И разве кто-то может понять секрет того, что согласно представлениям этих людей, я был лжецом, измышляющим ложь и даджалом? Но после Мубахалы эти люди умирают. Неужели, Боже упаси, Бог тоже может ошибаться? Почему на таких праведных людей не спосылается такой Божий гнев, который приводит к смерти, унижению и позору?
Имя я, Мираджуддин, также пишет, человек по имени Карим Бахш из Лахора, строительный подрядчик, очень сильно унижал и оскорблял Хазура, и он делал это часто. Я много раз предостерегал его, но он не прекращал, и в конце концов он тоже умер еще в молодом возрасте. Саид Хамид Шах из Сиалкота пишет, что Хафиз Султан Сиалкоти был очень сильным врагом Хазура. Это был тот человек, который намеревался бросить в Хазура пепел, когда он будет проезжать мимо. Но в конце концов, он умер от чумы во время сильной эпидемии, и еще 9-10 человек из его семьи тоже умерли от чумы. Также все в городе Сиалкот знают, что Хаким Мухаммад Шафи, который был основателем Медресе-туль-Курана, дал обет верности и затем стал отступником. Он был сильным врагом Хазура. И этот несчастный из-за своих мирских целей оставил баят и стал соучастником в вражде и противодействии вместе с противниками из района Лохара Сиалкота. И в конце концов, он тоже стал добычей чумы, и его жена, и его мать, и его брат, все они, одни за другим, умерли от чумы. Также Мирза Сардарбек из Сиалкота, который приумножился в злословии и гордыне и постоянно насмехался и издевался над Хазуром, сопровождая каждый разговор упреком и гордыней, он тоже умер, будучи охваченным сильной эпидемией чумы. Однажды он сказал одному члену общины, «Почему вы говорите «чума, чума»? Я поверю тогда, когда чума постигнет меня», и через 2 дня он умер от чумы. Хазрат Абитаван и Мессия мир ему изрекает, «Я воздвигну для того, чтобы восстановить утраченное величие святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и показать миру истинность священного Корана. И все эти дела совершаются, но этого не могут видеть те, на глаза которых повязка, в то время как это движение стало сияющим, как солнце. И свидетелями знамений этого является настолько большое количество людей, что если собрать их всех вместе, то их количество будет таким большим, что такой большой армии нет даже у самого великого правителя. Затем в другом месте он изрекает, «Бог воздвиг меня как посланника для исправления, и через меня Он явил такие знамения, что если о них узнают такие люди, природа которых чиста от упрямства, и в сердцах которых есть страх перед Богом, и являющихся благоразумными, то они, благодаря этим знамениям, прекрасно узнают истинность ислама. Это не одно и не 2 знамения, а более 1000 знамений. Некоторые из них мы записали в своей книге «Хадикатуль-Вахи». Когда закончился 13 век по хиджи, тогда Бог воздвиг меня, как посланник от себя, в начале 14 века по хиджи. И Он называл меня именами всех пророков, начиная с Адама и до последнего пророка. И последние имена, которые Он меня назвал, были Иса обетованный и Мухаммад обещанный. И по этим 2 именам Он неоднократно обращался ко мне. И Он назвал меня также Мессия и Махди. И из тех чудес, которые мне дарованы, некоторые из них являются такими предсказаниями, которые содержат в себе большие дела из сокровенного. Такие большие дела из сокровенного, рассказать о которых нет полномочий и могущества ни у кого, кроме Бога. А некоторые есть такие мольбы, которые были приняты, и принятие которых было сообщено. А некоторые являются такими мольбами, из-за которых были уничтожены творящие зло враги. А некоторые мольбы из рода ходатайства, степень которых выше, чем мольба. А некоторые являются мубахалами, исход которыми был таким, что Бог уничтожил и унизил врагов. И некоторые являются свидетельствами праведных людей этого времени, которые, получив откровение от Бога, свидетельствовали о моей правдивости. И некоторые из них являются свидетельствами праведных людей, которые умерли еще до моего воздвижения. И назвав мое имя и имя моего поселения, они свидетельствовали, что он и будет обетованным Мессией, который придет очень скоро. А некоторые сообщили о моем воздвижении в такое время, когда я еще даже не родился. И некоторые были такими, которые сообщили о моем приходе, когда мне было 10-12 лет, и они сообщили об этом некоторым своим последователям, сказав,
что они проживут достаточно долгую жизнь, чтобы увидеть Его, обетованного Мессию, и те знамения, которые святой пророк, мир и благословение Аллаха, да пребывают с ним, определил для времени обещанного Махди, такие, например, как затмение луны и солнца в месяц Рамазан и распространение чумы в стране. Все эти свидетельства появились ради меня, и к этому времени я уже прожил 1/4 XIV века, и количество этих доказательств и свидетельств настолько большое, что если все их записать, то это составит 1000 томов. Эта цитата была взята из книги «Источник Божьего знания», а предыдущая цитата была взята из книги «Истинность откровения». В этих цитатах было рассказано об итоге противников, которые дошли до своего плохого исхода, покинув этот мир, будучи исполняющими знамения. Некоторые другие знамения связаны с принятием мольбы. Теперь я представлю вашему вниманию несколько случаев принятия Ахмадията и того, как Всевышний Аллах наставил некоторых людей при жизни Хазрата обетованного Мессии мир ему. Хазрат шейх Мухаммад Афзал рассказывает, «Когда мне было 12 лет, и в нашей семье только мой дядя Хаким шейх Ибадулла и мой двоюродный брат шейх Карам Иллахи дали обет верности Хазрату Сахибу, но я еще не видел Хазрата обетованного Мессии мир ему и даже его фотографии. Мне приснилось, что моя душа вылетела из моего тела, но мой мозг еще имеет силу думать, глаза смотреть». И передо мной сидит святой человек, и за ним я вижу только благословенные ноги. Хазур поясняет, то есть передо мной сидит святой человек, и за ним мне видны только благословенные ноги. Далее он говорит, мое сердце было внушено, что этот святой человек, который сидит передо мной и глядит на меня, это Мирза Сахиб, и благословенные ноги, которые были мне видны за ним, это благословенные ноги благородного посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. После этого я проснулся, и утром я спросил о значении этого сна у Муртазы хана, сына Малви Абдулла хана, который в те дни вошел в течение Лахори. Он сказал, «Благодаря Мирзе Сахибу ты последуешь за благородным посланником Мухаммадом, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». Короче говоря, так и произошло, и клянусь Богом, я пишу, в 1905 году, когда я дал обет верности, Хазур был в точности тем святым человеком, который во сне смотрел на меня. Хазур поясняет, таким образом, Бог указывает истинный путь тому, кому угодно ему. Затем Хазрат Низамуддин рассказывает, я еще не дал обет верности, и после совершения молитвы Аср в мечети Мубарак, я спустился по старой лестнице, и когда я проходил по новому построенному коридору, я повстречался с двумя уважаемыми людьми высокого роста, одетых в белые одежды, которые спросили, «Скажите, пожалуйста, где сейчас находится Мирза Сахиб? Мы приехали издалека». Я им сказал, «Давайте я вам покажу». Они сказали, «Нет, идите следом за нами. Если он находится наверху, то мы узнаем его сами». Я прошел следом за ними. Они поднялись по лестнице, и там проходило собрание. И Хазур, сняв свой благословенный тюрбан, сидел в очень хорошем расположении духа. Вокруг Хазрата обетованного Мессии мир ему сидели люди. Как эти двое уважаемых людей, поднявшись по лестнице, приблизились к нему, один из них спросил, «Вас зовут Гулам Ахмад?» Он ответил, «Да». Затем он спросил, «Вы претендуете на то, что вы являетесь обетованным Мессией?» Хазур ответил, «Да». И тогда человек, задающий вопросы, сказал, «Прежде всего, я передаю вам ассаламу алейкум от посланника Аллаха. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И затем, от меня тоже примите ассаламу алейкум». В тот день, рассказывает повествующий, я видел во сне, что благородная рука посланника Бога, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, находилась на плече Хазура, и святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал, «Это есть Мессия, принесите ему обет верности и передайте ему мой салам». Хазур поясняет, то есть рассказчик говорит, что он видел руку святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, на плече Хазрата обетованного Мессии мир ему. И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал о нем, «Это есть Мессия, передай ему мой салам». Далее повествующий говорит, «С этой целью я пришел и передаю вам салам», и после этого он принес обет верности. Хазрат Хаким Ата Мухаммад рассказывает, «После принесения обета верности я на несколько дней остался в Кадьяне и затем, получив разрешение Хазура, вернулся в Лахор.
И там господин Суфи Ахмаддин познакомил меня с членами общины Лахора. Спустя некоторое время один господин с любовью сказал мне, что Мухаммад, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, снова пришел в Кадьян. Услышав эти слова, я был удивлен и молился: «О Боже, верование этой общины состоит в том, что Мухаммад, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, пришел снова. А как Мирза Сахиб может стать Мухаммадом, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним?» После этого я видел сон, что святой хазрат, обетованный Мессией мир ему, стоит, и один ангел, спустившись с неба, спросил меня: «Кто этот человек?» Я ответил: «Это господин Мирза». Затем я видел, что с небес снизошел свет святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и этот свет вошел в голову хазрата обетованного Мессии и затем растворился во всем теле хазрата обетованного Мессии мир ему. И после этого лицо хазура засияло светом. Затем этот ангел спросил: «Кто он?» Я сказал: «Сначала он был Мирзой Сахибом, а теперь он действительно стал Мухаммадом, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним». Это было несколько повествований первых мусульман Ахмади, которые они видели сны и после этого давали обет верности. Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: «Поток знамений и наставлений от Всевышнего Аллаха продолжится до тех пор, пока эта цепочка знамений и наставлений не достигнет вершины». И с каким великолепием сегодня исполняется его пророчество, и как Всевышний Аллах являет знамение, люди, находящиеся за тысячи миль от имама времени, являются свидетелями того, как Всевышний Аллах наставляет их. Сейчас я расскажу некоторые события, связанные с этим. В районе Бала-Мали живет один большой имам течения Тиджания, господин Адам Тангара. Посредством его отца 93 деревни этого района стали мусульманскими. После смерти своего отца он стал его наследником. По милости Всевышнего Аллаха, некоторое время назад ему посчастливилось принять Ахмадият. Господин Адам Тангара рассказывает, что он видел во сне, как хазрат обетованный Мессия мир ему пришел в его комнату в его доме, и они находились в ней вдвоем, но на улице стояло много улемов, ожидающих хазрата обетованного Мессия мир ему. Рассказчик говорит, что я сказал хазрату обетованному Мессия мир ему, что на его на улице ждут улемы. Хазур вышел на улицу и снял головные уборы со всех улемов не Ахмади, и он не снял его только с моей головы. После принятия Ахмадията господин Адам Тангара вместе с нашими проповедниками ездит в каждую деревню, и по милости Всевышнего Аллаха более 40 деревень восприняли весть Ахмадията. Затем господин Джиара Бахари из Буркина-Фасо позвонил на нашу радиостанцию и сказал: «Я слушал вашу проповедь, в которой говорилось о том, что если вы хотите узнать, действительно это имам Махди или нет, то хазрат обетованный Мессия мир ему сам рассказал о способе решения этого, который заключается в том, чтобы совершать истихару. И с того дня я начал совершать истихару. Прошла только одна неделя со времен начала истихары, как я увидел во сне двух людей, от которых исходил свет. Мой друг говорит мне во сне: человек, находящийся справа, это имам Махди, а второго человека я не знаю. Рассказчик говорит, что после этого мне стало ясно, что прибывший имам Махди является истинным. В ином случае, если, упаси Аллах, он был живым, то как бы он мог появиться в моем сне в ответ на истихару? И поэтому я принес обет верности». Затем одна женщина из Египта пишет мне, говорит Хазур, о том, что Всевышний Аллах по своей милости даровал мне несколько достоинств. И во сне я увидела хазрата Мирзу Гулама Ахмада Кадьяни мир ему и вас. И клянусь Богом, что в то время я не знала, что в мире существует какой-либо халиф. Я только совершала истихара, и в результате этого Всевышний показал мне этих двух людей. Однако в то время сатана сбил меня с прямого пути, а теперь я благодарю Богу за то, что он даровал мне возможность избавиться от этого обмана сатаны и принять истину. Прошу вас молиться за мою стойкость и о моем прощении. Пусть Всевышний Аллах дарует ей стойкость. Затем госпожа по имени Фьями из Марокко посредством программы MTA «Прямой разговор», выходящий на арабском языке, познакомилась с Ахмадиатом. Она пишет, что слова четвертого халифа, обетованного Мессии мир ему, были очень аргументированными и успокаивающими. Но вместе с этим
Почти в каждой своей программе он обращал внимание людей на то, чтобы они молились Всевышнему Аллаху с целью узнать о правдивости Хазрата обетованного Мессии мир ему. Короче говоря, я начал совершать истихару, и мне приснилось то, что на большом открытом месте установлен большой шатер, и в нем сидит очень грустный человек. К нему подошел человек и спросил: «Почему ты такой грустный?» Он ответил: «Я обетованный Мессия. Я призываю людей к прямому пути, но люди не свидетельствуют о моей правдивости». В ответ на это этот человек сказал: «Я посланник Мухаммад, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Подтверждаю твою истинность». После этого сна я сказал о себе: «Что бы теперь ни произошло, меня это не беспокоит». Поэтому я сразу дала обет верности, и затем, после принесения обета верности, я начала укрываться хиджабом. Она приехала сюда на джалсу, и здесь она увидела шатер и сказала: «Это тот самый шатер, в котором она видела сидящим в одиночестве Хазрата обетованного Мессии мир ему». И святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сказал ему: «Я подтверждаю твою истинность». Затем господин Абдулла, миссионер из Мали, пишет: «В деревне Бамако живет господин учитель Дамбеле, который был очень большим противником Ахмадията. Когда бы он ни звонил на Ахмадийское радио, он употреблял бранные слова, и когда ему звонили мусульмане Ахмади, он тоже употреблял бранные слова. Но однажды он с рыданиями позвонил на Ахмадийское радио под названием FM Рабва и рассказал, что прошлой ночью он видел во сне Хазрата обетованного Мессии мир ему, и в нем он увидел такой свет, которого он никогда раньше не видел. Поэтому теперь он с чистым сердцем просит прощения у общины, и он боится того, что если мусульмане Ахмади не простят его, то Бог тоже не простит его». Услышав это, наш господин-проповедник пригласил его войти в лоно Ахмадията, поскольку истина стала ясной для него. И он принял его приглашение и вошел в лоно Ахмадията, истинного ислама. Затем наш проповедник общины, господин Юсуф Йоси из района Коликоро, Мали, рассказывает, что один пожилой человек из деревни Джалакураджи из района Коликоро был мусульманином по рождению. Но, глядя на разные течения мусульман, он не мог понять, какой из них от Бога. И долгое время он искал истину, но нигде не нашел ее. Однажды, когда он включил Ахмадийское радио, и там господин-проповедник рассказал, что если кто-то желает узнать о правдивой религии, пусть молится Богу, и он сам наставит его. Ему очень понравился этот способ, и он принял решение о пребывании в уединении в течение 40 дней и для осуществления этого способа. И он принял намерение о том, что он ни с кем не будет разговаривать до тех пор, пока Бог сам не наставит его, и он будет молиться об этом Богу. Так прошло несколько дней, и однажды Бог ему показал, что Хазрат имам Махди мир ему снизошел в его дом и с любовью возложил свою руку на голову его сына. После этого сна он сразу пробудился и стал убежден в том, что в мире только мусульмане Ахмади находятся на истине, потому что только эти люди и распространяют весть о прибытии имама Махди. После этого сна он принял участие в джальсе Салана в Мали. И увидев фото Хазрата имама Махди мир ему, он сказал, что это и есть тот имам Махди мир ему, который пришел в его дом в его сне. И после этого он принял обет верности. Затем господин Ахмад Билал, миссионер общины в Мали, пишет: «Один наш ахмадийский брат пришел на ахмадийскую радиостанцию в городе Скасса и рассказал, что сегодня в его дом пришел его сосед и с рыданиями просил прощения. А когда его спросили о причине этого, он сказал: «Я очень ненавидел Ахмадият, и каждый раз, когда я слушал ваше радио, из моего рта не выходило ничего, кроме ругани. Вчера вечером ваш миссионер выступал в прямом эфире, и слушал я его, и, произнося про себя ругательные слова, я уснул. Ночью во сне ко мне пришел святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и он сильно ругал меня. Во сне я просил прощения у святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. О посланник Аллаха, простите меня. Отныне я никогда больше не буду использовать бранные слова в отношении мусульман Ахмади. И с сегодняшнего дня я тоже мусульманин Ахмади. Теперь он, по милости Всевышнего Аллаха, является нашим ахмадийским братом и очень активным проповедником.
Проповедник общины Мали господин Абдулла пишет: «В Бамако один студент по имени Бакири Тарори начал читать об Ахмадиате по интернету. И в это время он связался по интернету с общиной Франции. Ахмадийская община Франции дала ему адрес миссионерского центра общины Мали в Бамако. Этот студент связался с проповедником и задал ему несколько вопросов. Получив ответы на свои вопросы, этому студенту кое-что стало понятно относительно Ахмадията, но он пока не дал обета верности. Но однажды этот студент пришел к проповеднику и сказал ему, что хочет дать обет верности, потому что ночью во сне он видел, что Хазрат, обетованный Мессией мир ему, пришел к нему в дом, и его лицо излучало только свет и ничего, кроме света. И это был такой свет, которого он никогда раньше не видел. Он сказал, что он хочет не только дать обет верности, но и проповедовать вместе с общиной». Миссионер общины, господин Фатхудин из района Коли-Коро, Мали, пишет: «Из моего района Коли-Коро один пожилой человек, господин Саид Коли-Бали, пришел на наше радио Ан-Нур и сказал, что все его предки были идолопоклонниками, и они хотели, чтобы он тоже поклонялся идолам. Но ему с детства очень не нравилось поклонение идолам, поэтому, когда он немного вырос, он сразу отказался от поклонения идолам. Но из-за этого его родители и другие родственники рассердились на него, но его нисколько не волновало это противодействие, и он принял ислам. После принятия ислама он стал ждать прибытия хазрата имама Махди мир ему. Однажды, после длительного периода этого ожидания, он увидел во сне, что один человек с кожей белого цвета снизошел на севере Мали, и для того, чтобы увидеть этого святого человека, собралось много людей. Такого сияющего лица, как у Хазура, он раньше никогда не видел, и он невольно задал самому себе вопрос, кто этот святой человек. Стоящий за ним человек сказал, что это Хазрат имам Махди мир ему, который уже снизошел. Увидев этот сон, он пробудился, и после этого он стал убежден в том, что Хазрат имам Махди уже прибыл. Но когда он обратился к различным мусульманским течениям, никто из них не известил его о прибытии имам Махди мир ему. Однажды случайно он включил ахмадийское радио «Нур». В этой программе говорилось о прибытии имама Махди мир ему. Услышав эту новость, он стал убежден, что только эти люди находятся на истине. Спустя некоторое время после этого сна он пришел в ахмадийский центр вместе со своей семьей, и они принесли обет верности. И когда ему показали фото Хазрата обетованного Мессии мир ему, он сразу сказал, что это тот имам Махди мир ему, которого он видел во сне. После этого он совершил пожертвование в размере 10 тысяч центральноафриканских франков и сказал, что он благодарит Бога за то, что Всевышний Бог даровал ему возможность признать истину. Все это является знамениями помощи и поддержки Всевышним Аллахом Хазрата обетованного Мессии мир ему. Если их не считать знамениями помощи и поддержки, то что приводит в движение души людей? Дай Аллах, чтобы другие мусульмане тоже поняли это, и для того, чтобы узнать истину, они молились Всевышнему Аллаху и просили у Него наставления. И вместо противодействия в них возникло большее стремление к поиску прямого пути, чтобы Всевышний Аллах их тоже наставил. Пусть Всевышний Аллах дарует им эту возможность. Хазрат Абитаван и Мессия мир ему говорит: Всевышним Аллахом для того, чтобы доказать, что я пришел от Него перед последним нападением сатаны, явил столько знамений, что если их разделить на 1000 пророков, то благодаря этому можно доказать их пророчество. Но поскольку это было последним временем и последним нападением сатаны вместе со всеми своими потомками, поэтому для того, чтобы нанести поражение сатане, Всевышний Аллах собрал 1000 знамений в одном месте. Но все равно не веруют те люди, которые являются шайтанами в человеческом обличии и представляют лживые и несправедливые возражения и желают каким-либо образом уничтожения общины, установленной Богом. Однако Бог желает укрепления общины своими руками до тех пор, пока она не достигнет своего совершенства. В заключение, я снова прошу молиться за всю мусульманскую умму и мусульманские страны. Да установит Аллах мир и спокойствие в этих странах, и они признают ту истину, что если они хотят установить мир и спокойствие, то решение может быть только одним — принять того имама Махди, которого ниспослал Всевышний Аллах для установления мира в мире,
и следовать тому Мессии Мухаммада, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, о котором святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, сделал много пророчеств. Это является одним единственным решением и средством их спасения. И они смогут избавить себя от этих смут, мятежей и мучений. Пусть Всевышний Аллах дарует им возможность сделать это. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر